Помогли витаминами. Из-за засушливого лета в Ивенкии обмелела главная водная артерия – река Нижняя Тунгуска. Из-за этого корабли не могут привезти провизию. Около 300 тонн овощей туда доставляют самолетами. По инициативе губернатора на перевозку выделили 17 миллионов рублей из краевого бюджета. Продают привезенные овощи на ивенкийской базе снабжения. За ценами на перелетные продукты лично следит исполняющий обязанности главы района. Цены те, которые есть в городе, плюс транспортные расходы с учетом субсидий. Ну, ориентировочно, где-то, чтобы было понятно, где-то 30 рублей на килограмм транспортные расходы падают. Вот эти цены, которые будут в ближайшие 10-15 дней.